Давайте, тут уже и вертолеты летают. Ого! Наглый. Сейчас назад поеду! Меня зовут Константин. Меня пригласили поучаствовать и посмотреть на ноу-хау, такие очки, которые позволят мне побывать в виртуальном мире. Это не просто игрушки, это не игровая консоль. Это возможность взаимодействовать с виртуальным миром, а там можно и рисовать, и танцевать, и каким-то заниматься творчеством. Я сам спортивный товарищ и увлекаюсь этим, поэтому мне было бы больше интересно кто-нибудь спортивный. Стоит доска, как на трамплине. Высота очень большая. То есть, ну, тут не 20 и не 40 метров, а метров может быть 100. Вот, ну и надо шагнуть. Конечно, это надо или закрыть глаза, или шагнуть. Ну, лучше не шагать. Не, ну она сейчас отвалится, и я, понимаете, и я вместе с ней упаду, реально. Вы меня просто подводите под монастырь. Кошмар! Что у вас происходит? Да. Ну, я спускаюсь с горы, но, конечно, ощущения классные. А притормозить можно? Палками или как? Офигеть! Сейчас назад поеду! Кошмар! Ехал, спускался, поднимался. То есть препятствия пытался преодолеть. Все реально, реалистично. То есть, ну, конечно, здорово. Вспотел. Я говорю, тут надо вентилятор, и не один стоит. Если вот сравнить вот 5D, 3D, там тоже получаешь какие-то эмоции, но они... Ну, как вам сказать, не разовые, а здесь ты постоянно находишься в движении, то есть в реальности. То есть там нахлынуло, отхлынуло, ты тут сидишь, как-то это воспринимаешь, а здесь ты все время. Тут нету даже секунды на передых, то есть ты реально где-то оказываешься. Вот, и вокруг тебя это все движется, ты находишься... Там, где, куда тебя запустили, будем так говорить. Оценка даже больше 5, потому что ощущение реально. Ноги в напряжении, руки в напряжении, все тело в напряжении.